Приморье День Конституции Российской Федерации отметили масштабным автопробегом. Автопробег в честь 30-летия Конституции Российской Федерации организовали активисты партии «Единая Россия», Народного фронта и Боевого братства при поддержке правительства Приморского края. Возле мемориала «Боевая слава ТОВ», откуда стартовал пробег, собралось несколько десятков машин, украшенных флагами. В акции приняли участие более 50 человек. Маршрут автопробега прошел по улицам Владивостока через Золотой мост. Автолюбители финишировали на центральной площади города. Торжественные мероприятия проходят по всему региону. Напомним, главный нормативный правовой акт нашей страны был принят 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум. Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более 1000 авторов в общей сложности 3,5 года. Примерно за месяц до голосования проект был подписан Борисом Ельциным. Большинством голосов Конституция была принята. Спустя 2 недели опубликована и официально вступила в силу.